8 марта мы решили узнать, что жители Камрата думают о женщинах в политике, о стереотипах, связанных с женщинами, и о том, каково место женщины в нашем обществе. Стоит ли женщинам идти в политику? Обязательно. А почему? Ну, конечно, потому что женщина тоже защищает женщин наших. Почему? Потому что много бывает такое, что истязаются над женщинами. Вот это все бывает. Так что пусть защита будет какая-то у нас. Я считаю, что женщина вообще-то должна работать. Я всю жизнь заработала 40 лет, тоже было двое детей, трехсменка была, я работала. Женщина вообще не должна сидеть дома, я считаю. Вообще. Она должна идти на работу. Показать себя. Вообще-то дети тоже есть. Это неплохо. Сейчас есть садики, все есть. Есть бабушки. Можно смотреть все. Но чтобы желание было работать. Женщина политика нужна, у них дома своя работа. Есть и стирка, глазка. Значит, женщина должна сидеть дома? Не, работа, но у нее суббота, воскресенье должен быть выходной. Ага. Не стоит ли женщинам идти в политику? Лично считаю, что все-таки это надо отдать мужские руки. А чем должна заниматься женщина? Не обязательно сидеть дома, обязательно должна ходить на работу. Обязательно. Угу. Дома можно и преуспеть, и ходя на работу. Но политика всегда была мужская работа, и они лучше это все выполняли. Женщины политику. Умным стоит, а обычным нет. Понятно. А чем должна заниматься женщина? Женщина должна заниматься семьей. Что для женщины самое главное? Для женщины. В этом мире самое главное – дети. Женщина для кого живет? Для чего? Для детей. А мужчина живет ради кого? Ради женщин. В этом мире мужчины все сделали для женщин. Наоборот, считаю, что женщина в первую очередь должна быть в политике. Потому что женщина никогда не начинает никаких войн, а она делает все возможное, чтобы жизненный уровень в любой стране мира, чтобы он поднялся, чтобы человек себя чувствовал человеком и жил в достатке, и будем так говорить, чтобы имел возможность посещать все страны мира. Поэтому женщина в первую очередь должна быть в политике, а в обязательном порядке. Потому что мужчины более склонны к коррупции, более склонны к царапцам и так далее. Как вы считаете? Я считаю, что нет. А почему? Потому что у девушек другое мышление, другой разум вообще. Блин, ну, мужчины, они как более развиты по мне. Я не обижаю девушек, просто я говорю, как есть. Я умею, чтобы своя девушка. Но она тоже не попадет. И я не думаю, что им удастся как бы наладить все в стране. Как бы у них сейчас, у них вообще, зная девушек в голове, вообще что-то другое творится. У них какое-то платье там они видят. Проблему в стране, но они, если видят платье, они оставят страну и пойдут покупать это платье. И так что я считаю, что нет.